Невидимый батальон. В Украине презентовали фильм о женщинах на войне. Короткометражка – это своеобразная исповедь об их буднях на передовой. Не обошли вниманием вопросы официального оформления и запрета занимать определенные должности. Какова она, служба в АТО для женщин, узнавала Алена Клюско. Самая главная мотивация была, что я с Луганской области. Мне не нужна ни Россия здесь, ни ее последствия, ни русский мир. Наталья – гранатометчик добровольческого батальона «Айдар». В зоне АТО женщина с первых дней боевых действий. 2 года назад она не смогла смириться с тем, что ее родной Луганск хотят захватить сепаратисты. Спокойную семейную жизнь она променяла на защиту родины. Муж Натальи – поклонник русского мира. Смириться с решением жены не смог. Оставив семью, уехал в Россию. Она же говорит, таким людям не место в Украине. И при этом на передовой делает все, чтобы защитить свой народ от оккупантов. Самым сложным на службе оказалось то, что многие мужчины не воспринимают женщину как равного бойца. Сталкиваясь с мужской нелепостью и ментальностью, я бы это назвала. Ну ты же женщина, надо приготовить, надо убрать, надо постирать. Не, ребята, вы обознались, я не для этого сюда пришла. По документам Наталья числится начальником продуктового склада. Несмотря на то, что украинское законодательство разрешает женщинам служить в армии, относятся к ним предвзято. И руководящие армейские должности женщинам по неписанным законам занимать нельзя. Да и добиться признания участниками боевых действий удается единицам. Женщин не воспринимают. То есть им просто плевать. Женщины – это телефонисты, медики, кухарки, швеи, там, штаб. То есть это какие-то там бумаги и все остальное. А как бойцов с этими женщинами просто не хотят работать. Да, ты там, баба, зачем ты тут нужна? Или, там, девочка, ты ничего не можешь. Есть такие девочки, которые сотни раненых повытаскивали с полей. Министр обороны Степан Полторак еще в начале лета своим приказом расширил список должностей, которые могут занимать женщины в армии. Девушки теперь могут занимать и боевые посты. Несмотря на это, до сих пор немало военных прекрасного пола не переоформлены, рассказывают эксперты. Отмечают, изменения касаются только должностей рядового, сержантского и старшинского состава. Офицеров это не касается. Женщинам теперь разрешают быть гранатометчиком, помощником гранатометчика, оператором боевой машины, пулеметчиком, минометчиком, разведчиком, снайпером, старшим водителем. Важно отметить, что много женщин до сих пор работают на боевой должности, а числятся кухарками. «Невидимый батальон» – это фильм-исповедь женщин, что служат в АТО. Создатели хотят донести мужчинам-военнослужащим, что женщины – такие же солдаты, как и они, и имеют полное право наравне с ними занимать свои настоящие должности. Проблема дискриминации женщин в армии комплексная. Чтобы ее решить, мы все должны объединиться. И общественность, и государство, и армия, и эксперты. Только наш с вами интерес может решить эту проблему. Посмотреть фильм сможет каждый, ведь его выложили в соцсетях и на YouTube-каналах участников проекта. Все для того, чтобы как можно больше людей узнали о непростых судьбах этих сильных женщин. У каждой из них своя история и своя роль в этой войне, но все они защищают родину. 27 июля погиб мой младший сын Станислав Минюк, боец батальона «Айдар». Я пришла на его место. Алена Клюско, Петр Галка, UATV.